Дело о драке на Старом базаре принимает новые обороты. Теперь осужденный Михаил Старцев выступает в качестве потерпевшего. Его адвокатам удалось добиться возбуждения дела в отношении свидетеля Дмитрия Лопатина, которого в соцсетях называли инвалидом. До этого правоохранители долгое время обходили его вниманием. Хотя, по версии следствия, он принимал активное участие в конфликте и стал его зачинщиком. Лопатин, по мнению второй стороны, первым нанес несколько ударов Старцеву и сопровождавшим его девушкам. И только затем к конфликту подключился Павел Рохлов, который и погиб в драке. Напомним, ранее суд приговорил Михаила Старцева к 6 годам колонии. Но теперь Старцев уже сам подал иск против Лопатина, ведь тот нанес несколько ударов палкой по лицу Старцева. До сих пор никто не может точно ответить, что Лопатин использовал как оружие. По одной версии это бита, а по другой – трость. Кстати, именно из-за последней Лопатина в соцсетях окрестили инвалидом, хотя таковым он не является. Сейчас его обвиняют по 112 статье – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Сегодня проходило заседание по этому делу, однако выслушать получилось лишь одного свидетеля – Лилию Ворогушину. Остальные свидетели не явились по уважительным причинам. Сторона Лопатина заявила, что заключения будут даны только после рассмотрения всех доказательств стороны обвинения. Это показания остальных свидетелей и учет материалов дела. Потому на следующих заседаниях предстоит исследовать видеозаписи с места происшествия и вещественные доказательства. Ту самую биту Лопатина, а по другим версиям – Но каким же на самом деле предметом он наносил удары, следствию тоже предстоит выяснить. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.